второй партии у одной из команд нет. У московских динамовцев и в первой партии ни одного такого действия не было. Лаури Керминен! Игрок сборной Финляндии по футболу позавидовал бы сейчас этому полушпагату. И сетку атакует Юрий Березко. Но, конечно же, Лаури Керминен благодарят его партнеры. Хотелось бы, конечно же, увидеть именно этот эпизод. Да, пожалуйста, вот он. Футбольный шедевр 14 номера кемеровского Кузбасса. Спасибо режиссеру трансляцию за этот повтор.